Добрый день! Хочу показать вам лот джинсы женские Prima. Подробности смотрите в ссылке под описанием. И начнем мы с джинсов. Это 36 размер, очень плотный джинс. И вот они такие широкие, не обработанный низ. Так, дальше у нас индиго джинсики и размерчик 32. Здесь 40 размер, прямые, ПП джинс, 31 размер и 32 длина. Здесь джинсы эмочка, расклешенные от колена немножко, клеш, очень мягкие джинсы. Размерчик, ну, наверное, эска. Веромода. Евро 34 размер. Вот они такие хлопковые, тоже тоненькие очень. 40 размер. Это Мано. Прямые. Зара 36 размер. Зауженные джинсики скини. Здесь 38 размер, тоже зауженные. Так, этикеточка обрезана, но это, наверное, S, может быть, M. И, скорее всего, это тоже, наверное, Zara, потому что, а может быть, и не Zara. Но обычно вот у нее с такими лампасами, с дырочками. Так, здесь у нас S, может быть даже и 26 размер, American Vintage джинсы, очень плотный джинс, вот они такие довольно тоже прямые, не совсем узкие. Дизель джинсы, и это 24 размер и 32 длина. Здесь у нас М-ка. Резервит 28 размер, 32 длина, тоненькие джинсы. Так. 31 размер, тоже клеш от колена. Обрезанная этикеточка, ну здесь XSS максимум. Такие вот они интересные, тоже с дырочками. И здесь капроновые вставочки, как с татуировками, как будто бы. Вот. 30 размер only. Очень маленькие прям, мягкие. 24 размер. Джинсы тоже дырявые. И здесь внизу даже необработанный край, и они прямые тоже достаточно. Здесь у нас элька, плотные, 46 размер, тоже с дырочками, с крапинку. S размерчик, необработанный низ. Джинсы для беременных со вставочкой для животика. И это 36 размер скини. М-ка чикори. Вот внизу, видите, как очень красивый тут такой декор. Denim Life. Это пинки. И размер 40 евро. Дейзи, это скини, и евро 40 размер, тоже с нашивочками. Цвет такой очень глубокий, классный. 28 размер и 28 длина. Плотные джинсы достаточно.
36 размерчик. Здесь джинсы очень хорошо тянутся, стрейч. Бершка. Джоггеры 42 размера. Вот, на резинке получается. Здесь и резинка, и внизу тоже резиночки есть. Достаточно плотные тоже джинсы, такие с рисунком. Клок Хаус 34 размер. Внизу замочки. Здесь широкие джинсы. Ну и это, наверное, тоже М-ка. Вот они такие интересные здесь. Край не обработанный, а здесь вот, ну это так задумано. Еще немножко. Так, Esprit. Джинсы Esprit и размер S-ка. Skinny. Zack & Zoe. 38 размер. Тоже skinny с рисунком. Здесь у нас размерчик тоже небольшой. S-ка, скорее всего, может быть XS даже. Необработанный край. Zara Евро 36 размер. Вот, имеется загрязнение, требуется стирка, но они такие очень плотные джинсы. Евро 38 размер, этот Pull&Bear, необработанный низ, прямые джинсы. 31 размер, тоже прямые, высокая талия. Бершка. Так, евро 40 размер, тоже прямые джинсы, плотный очень джинс. Здесь 28 размер и 32 длина, скини. Такие очень интересные, своеобразные джинсы. И это у нас М-ка, Monday фирма. Видите, на пуговичках, но при этом низкая посадка у них как бы считается. Вот, и они со стразами, тоже цвет такой оригинальный. Бершка 32 размер, от колена к лёж. Salsa Life 26 размер и 32 длина. Здесь видите двойной пояс получается, идет вот такой цветной. И заужены они тоже к низу. XL размерчик здесь. Тоненькие. Плиз. Деним. Ну, здесь у нас, наверное, М-очка, возможно. Размерной нету этикетки, к сожалению. Ну, наверное, М-ка. Ближе к М-ке все-таки. S размер 36. Скини. Тоже скини от C&A. Евро 38 размер. Сорок второй размерчик. Очень мягкий. Классные такие джинсы. Так, здесь вот это, скорее всего, брак будет, поэтому этих джинсов в лоте не будет. То есть, видите, здесь пошло вот оно от шва, распускается. Убираем их. 36 размер скини. Тут прям супер скини. XS тоже размерчик. Скини. Пинки. 32 размер. Они такие дырявенькие. Тоже. Прямо вот так вот. И 32 размер. Здесь тоже немножко потертостями, с дырочками, с небольшими джинсы.
Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.